вами магазин Инструмент Центр. У нас сегодня в видеообзоре новинка среди наборов инструмента, которые представлены в Украине. Это фирма King Tool. Набор 108 единиц, КТ-108. Коротко о фирме King Tool. King Tool — это белорусская компания. Делается все, то есть весь инструмент она делает в Китае. То есть это заводской Китай. Также вот на упаковке, упаковочная коробка, здесь указано. То есть Беларусь, Минский район, ну то есть адрес указан, Республика Беларусь. Изготавливается в Китае, то есть заводской Китай. Вот упаковка. Покажем комплектацию набора. Хотя комплектация стандартная, как для 108, то есть инструмент на 108 единиц, он практически весь одинаковый по комплектации. Так, в комплекте идет трещотка, 24 зуба, рукоятка резина-пластик комбинированная. Здесь у нас хром-ванадий, то есть материал изготовления 24 зуба. Есть реверс вправо-влево, быстрый сброс головки. Хотелось бы отметить, что King Tool — это полупрофессиональный инструмент, но даже несмотря на это, вот трещотка выглядит очень, можно сказать, солидно. То есть нету люфтов. Очень, как сказать, не дрябла, вот она когда плотно вот проходит все. Мне кажется, вот трещотка должна быть хорошего качества. Трещотка на 1/4, также 24 зуба, есть реверс и быстрый сброс. Отверточная рукоятка. Под нее идут биты. Ну вот одеваете. Тоже хром-ванадий. Везде указано. И также надпись на инструменте King Tool. Биты у нас TOX есть. Шлицевые, крестовые и шестигранные. Биты под квадрат 1,2 идут отдельно. К ним такой переходник предусмотрен. Вставляете нужную вам биту. Вот. И ставите, можете вставлять в трещотку или вороток использовать. Также под квадрат 1,2 биты есть шестигранные, шлицевые, крестовые и биты TOX. Далее два кардана шарнирных, 1/4 и 1/2. Вороток Т-образный, с плавающей головкой. Здесь вот видите надпись King Tool. Также этот вороток, если снять переходник, используется как удлинитель. 250 мм. И 125 есть такой же самый под 1/2. Так, Т-образный вороток под квадрат 1,4. Два удлинителя под 1/4. 50 и 100 мм. Также в комплекте есть. По головкам. Головки шестигранные в комплекте. Вот идет. Самая большая у нас 32 мм. Также хром-ванадий, King Tool. И самая маленькая в комплекте идет 4 мм. 6 граней. Головки TOX также есть. Е4 размер, самый маленький. Это внутренний TOX головки. И Е24. Самая большая головка. Длинные. Самая маленькая 6 мм. То есть длинная, глубокая еще называют ее головку. И самая большая 22. Хотел бы отметить, что многие спрашивают, если инструмент дешевый, не легкие ли головки. Не сделаны они с алюминия там или с алюмина кого-то. Нет, здесь они вот увесистые, тяжелые идут.
Материал указан хромованадий. Две головки свечные на 16 мм и 21. Набор шестигранников небольшой, стандартный. Так, по комплектации все рассказал вам. Сейчас покажу кейс для запирания, вернее для хранения инструмента. Кстати, вот весь инструмент хорошо утапливается в крышке и исключает выпадание. Так, по кейсу. Вот кейс у нас плотный пластик. Здесь кингтул, такая ребристая поверхность, запирание на вот такие вот металлические защелки. Кейка для, как для профессионального инструмента, сделан очень качественно. И он состоит вот из двух частей, скрепленные, вот металлические такие штыри идут. Вес около 7 кг данный набор. Поэтому рекомендуем покупки. Сейчас цена на него, кстати, довольно низкая, на этот набор инструментов. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал. До свидания.